Yesterday you hearing to Gurudev some pastime, okay? Today some devotee can speak today. You can speak, Aman? I'm just the speaker. I'm already the speaker yesterday. Already speaker. Harsha. Okay. Tunga Vidya Didi can speak? Our Gurudev? Come. Я хочу начать с стиха из Бхагавадгиты 4.34. Тадритхи пранипатинахари прашина сивая падикшан хитягинам гимна статва даршинах. Чтобы узнать истину, обратись к духовному учителю, вопрошай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знания, ибо они познали истину. В общем, наш Гурудев был достойной личностью, садгуру, то есть человек, который действительно ищет истину и хотел бы получить совершенное знание, какое оно описывается в Бхагавад-пуране или в ведических писаниях, в ведах. Он полностью мог найти прибежище, получить прибежище у нашего Шрила Гурудева, потому что он своей жизнью показал, как действительно, следуя саддхана бхакти, можно достичь высшей истины. А что же является высшей истиной? Понятие в нашей сампрадае, в Гурудве сампрадае, к чему мы должны вообще все стремиться, это все я нашла в книгах Шрила Гурудева. До этого я была в другой организации, где я этого, к сожалению, не нашла, и мне пришлось искать во многих других местах. Я очень благодарна Шриле Гурудеву, что он принял меня. И, в общем, он был очень милостив, принимал всех преданных, которые к нему приходили, независимо от их каких-то самскар с прошлой жизни, которые им мешали и были проявлены так или иначе. В общем, он соответствовал, действительно, все качества вайшнава были проявлены в нашем Гурудеве, такие как сострадание, милосердие, обладание высшим знанием и многие другие качества. Шрила Гурудев, он всегда подчеркивал, что, его книги, его вообще называли Расика Вайшнавом, потому что он действительно был Расика Вайшнавом. Все его действия, они обладали особой расой. То есть он действительно осознавал, что он делал, и его действия, они были пропитаны расами. И он своим ученикам давал тоже Расика Бхакти. В своих книгах он писал о возвышенном Расика учении, о служении Шримати Радхарани. Он писал о Манджари Бхаве, что многие другие духовные учителя они скрывали и не давали своим ученикам. Шрила Гурудев принес в этот мир вот это знание для своих учеников и для тех, кто хочет присоединиться к нему. Он всегда подчеркивал, что просто так стать манджари, запрыгнуть на верхушку дерева невозможно.
просто взять, просто не читать мантру, там, не читать гайтри, там, или просто там чему-то исследовать, быть свободным таким человеком, и при этом стремиться быть выше, чем ты есть в своих вайшнавских помыслах, это не сработает. Вот. Он дал такую простую форму, что наша ситха-деха – это тринатапи, цуничина, тарарквиса, хишнуна, аманина, манадына, китания, садахари. Только тот может повторять святое имя, кто терпеливее дерево, смирение травинки, лежащей на дороге, кто смиренно служит всем, каждому, и как там еще, я забыла немножко. Вообще. Постоянно сможет успевать. Оказывается, да, я уже сказала, что только тот может, да. Оказывать им почтение и не ждать почтения к себе. Это очень важно. В общем, и тот, кто следует просто вот этому стиху, это уже важно. Гурудев, я помню, на фестивале Венеции, он сказал, что не хотите, я раскрою вам ситха-деху вашу всем сейчас. Все-таки да, мы хотим ситхадеху. И вот он сказал этот стих, он сказал, вот ваша ситхадеха, следуйте этому. В общем, Гурудев, он обладал еще очень большим чувством юмора, он любил пошутить с преданными, он проявлял свои такие нарвата-лила, и они были исполнены величайшей расы. В общем, джай шива Гурудев. Всего предлагаю свои поклоны моему дорогому Дикше Шикше, Гуром Вишнупату, Штатараша Таши, Пат Бхактиданте, Неми Махараджу. Также моим дорогим духовным дедушкам Нитилила Правиштам Вишнупату, Штатараша Таши, Шимат Бхактиданте, Свами Махараджу. Нитилила Правиштам Вишнупату, Штатараша Таши, Шимат Бхактиданте, Нараяне Госвами Махараджу. Все наши Шри Рупанага Гуру Варги, Божественные Чти, Пуджипачи Дара Махараджу. Всем вайшнавам и вайшнавам, собравшимся здесь. В шастрах говорится «Браманды, Брамиты, Икона, Бхагаван, Джива, Гуру Кришна, Прасады, Пай, Бхакти, Лата, Бич». Мы множество времени скитаемся по разным планетным системам, в разных телах. Иногда тела эти более низкие, как, например, букашки, насекомые и так далее. Иногда это тела полубогов и так далее. Но это происходит вечность. Таким образом, постоянно мы находимся в этом, в этом обусловленном состоянии. Но в один прекрасный день, по милости Кришны, по милости Гуру, мы встречаем саду. И что тогда происходит? Он вкладывает в наше сердце Бхактилата Бич. Что такое Бхактилата Бич? По-другому, Кришна Сева Васана, или желание служить Кришне. И потом в Читании Чаритамрите описывается, как растет это Бхактилата. Постепенно, когда мы поливаем на нее, когда мы занимаемся практикой, мы поливаем ее, мы являемся садовниками этой бхактилаты. И когда эта лиана преданности, она вырастает, она достигает Вайкунтхи, но она проходит мимо. Она достигает Брамаджоти, она проходит мимо. И в конце концов она останавливается именно на Голоке Вриндавана, именно там, где Рада и Кришна. Это описывается в Читании Чаритамрите. И как мы можем понять, действительно важно ли принимать гуру? А в шлоке, который написал Шрила Рупа Госвами, в которой он описывает Сварупа Сидда Бхакти или Шудда Бхакти, чистая Бхакти, они описывают, что Шуньям Гьяна Карма Дьяна Врита. И там есть такая строчка, которая на самом деле раскрывает смысл гуру Таттвы. Кришна Ану Шиланам. А первое, что важно заметить, это Шиланам. Шиланам обозначает деятельность. И в Бхакти Расамрита Синду описывается, точнее дается подробный анализ этому слову. А Шилана, в свою очередь, делится на два вида. Чешта-рупа и Бава-рупа. То есть непосредственно сама деятельность. И Бава-рупа — это эмоции, которые возникают. И они тоже относятся к этой деятельности. Далее сама деятельность делится на Карья-рупа, Садана-рупа. То есть на деятельность на уровне Бавы, деятельность на уровне Саданы. А Бава-рупа тоже делится в свою очередь, и это все подробно описано. И что мы можем, к чему мы можем прийти, какой вывод мы можем сделать? Что далее, то есть я не сказала, в Бхакти Расамрита Синду дается описание, что вот эта деятельность, она является служением не только, когда она непосредственно направлена на Кришну, но и когда косвенным образом она соприкасается с ним. И говорится, садгуру подашрая дикша гуру сейвана, садхарма шикша бричка саду марганугамана.
Вот эти вот пять первых анг бхакти, в которых описывается принять прибежище у гуру, получить у него дикшу, шикшу, служить с близким настроением, исследовать по стопам ачарьев, это как раз тоже является, это тоже входит в эту шилану, это тоже входит в эту деятельность. И что мы можем, к какому выводу мы можем прийти? К тому, что на каком бы уровне мы ни находились, совершая мы садана бхакти, совершая мы бхава бхакти, и находясь прямо и далее, но нам нужна анугати, но нам нужен гуру. А в этой шлоке об этом говорится. И второй момент, ану. Одно из значений слова ану – это анугати. И таким образом тоже в этой шлоке подчеркивается, что сварупа сидда бхакти или чистая бхакти, оно не может быть без анугати. Но тогда может возникнуть вопрос, если человек, если джива совершает какой-то баджан, ну, примерно, что-то такое, но без гуру, например, познакомилась с вайшнавами, стал заниматься какой-то практикой, повторять святое имя, стал изучать писание, узнал, что нужно переехать во Вриндаван, переехал во Вриндаван, узнал, что нужно повторять лак, повторяет лак, что тогда? Ну, ничего тогда. Потому что это называется аропа сидда бхакти, это не сварупа сидда бхакти, это не шудда бхакти. Аропа сидда бхакти, когда мы делаем что-то, потому что нам нравится, и поэтому мы просто предлагаем Кришне, потому что мы знаем, ну это надо, так говорится в шастрах. Но аропа сидда бхакти, оно не принесет нам чистого настроения. Мы не сможем достичь раду Кришны таким образом, только следуя по стопам возвышенных ачарьев, только совершая шудда бхакти, к нам может прийти шудда саттва в сердце. Рада и Кришна могут к нам прийти. И почему это так важно? Кто такой гуру? В шастрах говорится «Дживе сакшат нахи пати гуру чайти рупа шикша гуру хоя Кришна маханте сварупа». Или «Обусловленная джива не может узреть перед собой чайти гуру». Есть четыре вида гуру. Первый чайти гуру. Это гуру, который находится в сердце, это параматма. Но так как мы находимся в обусловленном состоянии, мы не можем его увидеть. И дальше в этой шлоке говорится, что поэтому появляется Шикша Гуру, поэтому появляется Господь в своей природе. Нет. Поэтому он появляется как возвышенный Шикша Гуру, который дает нам наставление и общение. Это очень хорошее доказательство, если кто-то нас будет спрашивать, зачем нужен Гуру, ведь мы можем медитировать сами, вообще без проблем, я знаю, что Бог во мне. И эта шлока как раз является хорошим аргументом против таких слов. Потому что мы не можем увидеть чайти гуру. Мы обусловлены, и поэтому он приходит, как возвышенный вайшнав, и дает нам таким образом свои наставления. И вот тоже еще хотела заметить вот эту шлоку, которую говорила Тунгавидья Диди. «Дридхи прани патина пари пришена сева и упрекшенти, где нас глини на статву даршанага». В этой шлоке описывается, как мы можем строить отношения с Гурудевом, как мы можем строить отношения с вайшнавами. Первое, что там говорится, нужно распростершись в поклоне, быть очень смиренным. Что это значит? Нам нужно понимать, кто такой гуру. Нам нужно понимать, что это на самом деле вся наша жизнь. Кроме гуру, в принципе, у нас более-менее никто больше не любит. Потому что все наши отношения, они строятся таким образом, что кто-то хочет что-то с чего-то взять, кто-то хочет что-то с чего-то получить. Но отношения с Гурудевом, они полностью кардинально отличаются. Гурудев приходит только для того, чтобы давать. Он хочет дать нам самое высшее, он хочет дать нам сокровище. И все на самом деле зависит от него и от его милости. Однажды, когда я приехала на Украину к своему Гуру Махараджу, было очень интересно, я написала, как мне доехать до него, потому что он в этот момент был не в самом городе, он был в другой деревне. И доехать до него нужно было, это примерно как московское метро. Для того, чтобы доехать до одной станции, тебе нужно сесть с одной, переехать на другую, пройти по кольцу, сесть еще на другую, перейти на другую ветку, и, может быть, тогда ты доедешь спокойно. И таким образом нужно было также доехать до Гуру Махараджа. Потому что нужно было с одной станции доехать до другую, с одной деревни доехать до другой деревни, с другой деревни до третьей, а там уже немного. Вот. И таким образом я запуталась чуть-чуть. И когда я приехала, я записала, на какую остановку мне прийти, какой автобус, какая маршрутка. И когда я приехала, произошла удивительная ситуация. Нет этой остановки, нет этого автобуса, никто о нем вообще не знает. Никто не знает, что там было вообще. Была какая-то остановка. Очень удивительно. И тогда как любой человек в такой ситуации, я стала звонить людям.
телефоны, которых я записала, было 5 телефонов, было 5 преданных, и я всем пыталась позвонить. Но произошла проблема, что телефон постоянно говорил, этого номера не существует. Я звонила не один раз каждому, я пробовала по-всякому разному как-то манипулировать, разные коды набирала, никак. Тогда я вспомнила, что на самом деле я не звонила по одному еще телефону. Остался еще один, по которому я не звонила. И тогда я звоню. Это на самом деле остался уже последний вариант, иначе бы я там просто была бы как аскетичный бомж. Потому что денег там у меня было немного, совсем немного. Тем более курс еще упал, рубль совсем ничего не стоит. Когда ехать, не знаю. И тогда, я звоню по этому телефону. Через несколько секунд я слышу: «Хари Кришна, Юити! Хари Кришна, Гуру Махарадж!» Таким образом, все, что происходит по милости Гуру. Мы не можем прыгать, мы не можем достичь сами Рады Кришны, мы не можем сами достигнуть Шуда Бхакти только через Гуру, только по милости. И далее, что говорится, нужно задавать вопросы. Парипрашена, нужно задавать вопросы. Каким образом? Почему это наш путь? Если мы посмотрим, если мы сделаем анализ наших писаний, то мы увидим, что все они состоят на идеальных вопросах и идеальных ответах. Например, Шримад Бхагаватам. Там мудрецы задают вопросы Сута Госвами, на которые Сута Госвами отвечает, и таким образом построен наш Шримад Бхагаватам. Потом также Ними Махарадж задает вопросы Югендрам, и тоже на этих ответах строится Бхагаватам, дальнейшие песни. И таким образом, что мы видим? Это наш путь, и мы обязаны следовать. Именно таким образом познается знание, когда мы вопрошаем. И дальше Севая. Когда мы начинаем служить, наше сердце, оно абсолютно меняется. Особенно, когда мы делаем служение, которое хочет Гуру Дев. Читание Махапрабху сказал: «Прабхукахина, Кришна Сева, Вайшнава Севана, Ниракантара Кара, Кришна Нама Санкиртана». Ты должен постоянно воспевать Святое Имя, и ты должен постоянно служить Кришне и Вайшнаву. Понятно, что мы должны воспевать Святое Имя, да. Но иногда мы замечаем, что у нас нет вкуса воспевать. Нам особо не хочется. Но что тогда делать? Тогда нужно совершать севу, потому что именно сева, оно очищает наше сердце. И мы сможем воспевать это имя. Далее, как мы можем послужить Кришне? Как мы можем служить Бхагавану? Наилучшее служение – это служить его преданным, потому что сам Кришна говорит: «Нахамма сами вайкунхе, я не живу на вайкунхе, йогинам хридае шува». Также я не живу в сердцах йогов. Но где я живу? Мадбхактра Ятра Гаянти. Он говорит, я живу в тех местах, где мои преданные воспевают мои качества и мое имя. Таким образом, если мы служим таким преданным, то естественно, мы служим самому Бхагавану. И как мы должны служить Гурудеву? Мы должны чувствовать его настроение. Мы должны понимать его миссию, мы должны понимать, чего он хочет. Обычно как у нас происходит? У нас есть какие-то... то, что мы умеем, то, что мы можем делать. И мы с таким настроением приходим к Гурудеву: «Гурудев, я умею делать вот это, как я могу вам послужить?» То есть таким образом мы больше думаем о себе, что мы умеем, и таким образом мы можем что-то делать для вас. Но настроение, действительно настроение ученика, это когда мы приходим и говорим: «Гурудев, что тебе нужно, что тебе хочется, как я могу сделать что-то для тебя?» И тогда Гурудев говорит, и даже если мы не умеем это делать, но по милости Гурудева обязательно получится. Как, например, история, когда Рама сказал Хануману, чтобы он нашел Ситу. На самом деле это было немного сложно, потому что непонятно, где Сита, как ее вообще найти, как найти вообще человека на большой земле, очень сложно. Но Хануман что он делал? Он не сдавался, у него была сильная вера в наставление Гурудева. Он знал, что если Рама сказал... значит, я обязательно должен это сделать. И если гуру, он дает свои наставления, значит, он дает и свою милость. И таким образом мы должны следовать по примеру. Какова наша практика, какова наша цель? В конечном итоге мы хотим быть в играх Рады и Кришны и служить там. Но мы не можем медитировать на Раду и Кришну сейчас, потому что мы обусловленные дживы, мы даже не знаем, кто мы. Мы знаем единственное, что мы душа, а кто конкретно, у нас нет этого знания. Что тогда нам делать? Нам нужно медитировать на настроение наших ачарий. Нам нужно медитировать на их жизнь, на их лилы, потому что они приходят к нам в форме садакарупы.
И они показывают нам пример. И если мы будем медитировать, то это настроение будет приходить к нам в сердце. И тогда мы сможем действовать таким образом, и в конце концов Рада и Кришна. Мой гуру Махарадж говорит, что наш процесс, наша практика заключается в том, чтобы медитировать о настроении наших ачарьев, плакать о настроении наших ачарьев и молиться о настроении наших ачарьев. Также Шрила Гурудев, он говорил, что моя миссия, она не отлична от Господа Чайтаньи, от миссии Господа Чайтаньи, наших ачарьев и наших госвами. Зачем пришел Чайтанья Махапрабху? Он пришел, чтобы развить свабхакти шриям. Ну, одна из его причин. Что такое свабхакти шриям? Это красота любящей мати Радики. Это настроение Манджари Бава, это настроение служения Рады и Кришны. И таким образом все наши госвами они приходят, все книги, которые они пишут, с целью того, чтобы мы пришли к этому. И наш Гурудев, он приходит для того, чтобы это давать. И до сих пор продолжает. Таким образом, наш Шрила Гурудев — это очень возвышенная личность. И по его милости, на самом деле, может произойти все, что угодно. Даже то, что мы, в конце концов, станем совершенными личностями. Гурудев всегда приходит. Гуру всегда приходит для того, чтобы сделать нас такими, как он. То есть, чтобы дать нам вот это настроение, дать нам вот это служение. Ваджхал, который ближе к чакре, классен любевича. Спасибо. Can I speak anything? Tell him what it is. Посмотрите на Люботе. Говорит, это так можно говорить, только если ты действительно записываешь харикатху, если ее читаешь и заучиваешь ее, так тогда можно говорить такую харикатху. Yeah, she is not old, you know, she is not new. И она не в возрасте, она еще совершенно новенькая, неопытная, имеется в виду. But you know, when I come in, she always telling, Maharaj, what you want listening for me? What you listening? I can, you know, she asked me, I can speak something, Harikatha, what you want listening? И она у меня спрашивает, Махарадж, я хочу говорить Харикатху, скажите мне, что мне говорить? Yeah. That meaning, see the reading, you know, see the reading some scripture. Значит, что она читает Писание. Yeah, so necessary everybody inspire to her. Inspire to her. Это она дает нам вдохновение также поделать. Yeah, and this Braj Gopis, you know, Braj Gopis, they are telling what is the great charity of this material world. This Gopi is telling, who is the telling? Krishna Gatha, you know. This Krishna Gatha is the telling, Braj Gopi is telling. If you telling Krishna Gatha, you can get eight benefit, you can tell in Hari Gatha. Те, когда Гопи говорят, что те, кто дают Харикатху, это самые щедрые люди, самые великодушные люди. И они объясняют, что человек получает 8 видов благ из этой Харикатхи. Yes, Braj Gopi is telling, first you telling Harikatha, the Tava Katha Amritam. Gopi is telling, oh Krishna, your Katha is not Katha, this is the nectar. If somebody drinking your Harikatha, like the Sukhdev Goswami telling Parikita Maharaj Harikatha. Well, no need to do anything, only sit down, only listen to Harikatha. And Parikita Maharaj, he did not follow any limbs of bhakti, only follow the one limbs of bhakti, Sravanam. Yeah? Only hearing Harikatha, and hearing Harikatha, then Goloka Vrindavan came in chariot and take very nice form, Gopi's form, sit down this chariot, direct he went to this in the Goloka Vrindavan. Гопи говорят, что eight meditation fast is tapakathamritam. Fast is the fruit is the if you listen Harikatha immortal. So Sukhdev Goswami tell Parikita not need to. Гопи говорят, что первое благо, которое получает человек, он становится бессмертным. Вот посмотрите на Парикшит Махараджа, он просто слушал Харикатху, и потом за ним прилетела воздушная колесница и забрала его на Голоку Вриндавана. Yeah, take Gopi form and tell you. В образе Гопи он туда взошел. Yeah, so this is the past, this is the fruit of the past, Tavakatha Amritam. Second is the Tavakatha Amritam, Tapta Jeevanam. Second is the benefit is the, you are suffering so many suffering this material world. But when listen Harikatha, tell you only this Harikatha such a thing, which the, you know, the suffering life only make the
cool life, как сказать, peaceful life. Второе благо, которое мы извлекаем из Парикатхи, наша жизнь становится спокойной. Наша жизнь становится спокойной. Только Харикатха может освободить нас от страданий. And Tapta Jeevan will Kabhi Viriditam. Telling, who is the telling this Harikatha? Well, not 89% telling this Harikatha. He the Sukhdev Goswami telling this Harikatha. Sankar he tell Harikatha Parvati. Brahma tell this Harikatha to Chatusan. And this Supa Goswami tell Harikatha Sonudadi. And this is Chatusan telling this Harikatha to, you know, this is Narad. And they are Narad he tell Harikatha to Chatusan. Telling, who is the telling Harikatha? They are not ordinary person. They are very, very great personality. They are telling Harikatha. А также Харикатха возвеличивает человека. Посмотрите о том, какая слава у тех, кто давал Харикатху. Это Шукадева Госвами, это Сута Госвами, это... Кто там еще был? Who else? You are not listening or nothing. So this is the Shiva tell Harikatha. Шива рассказывает Харикатху. Посмотрите, какие... Брахма tell Харикатха. Чатусан they are telling Харикатха. Narada tell Harikatha. So this is the Vishnu, he passed this Harikatha. You know, this Harikatha, Lord Krishna himself, he gave Brahma this part, this Chatusloki. This is Vishnu telling Harikatha. All great personalities, they are telling Harikatha. Yes. So this is the Kabhi Viriditam, telling Kalmasa Apaham. Telling for benefit is the kalmasa. Kalmasa meaning why you are suffering this material world. This is our previous sub-karma. So telling no possible somebody caught this previous karma, you must suffering. But only this Harikatha such a thing, who is the this previous all karma, he can finish it. Потому что у нас плохая карма, и единственное, что может избавить нас от этой кармы, это Харикатха. Yeah. So this is the kalmasa apaham, telling the sravana mangalam. If somebody listening to Harikatha, all kind of inauspicious is the move, and your life he gave very so much auspicious he can give to your life. Когда мы слушаем Харикатху, все благоприятно приходит в нашу жизнь, все неблагоприятно уходит из нашей жизни. Yeah, sravana mangalam. Well, Sri, if somebody telling Harikatha, he have given Sri. Sri meaning is the glory. This glory is the going whole world, he going his glory. Тот, кто говорит Харикатху, будет обладать большой славой, весь мир будет о нем знать. Yeah, like this, you know, why you are listening, you know, like this Gurudev, Swami Maharaj, Prabhupada, why they have so much glory? This only one reason. They are gave to Harikatha. Only this Harikatha such a thing. If somebody telling Harikatha, you know, he gives so much glories. This glory is going whole world, he is going glories. Почему мы знаем об этих великих личностях? Потому что они давали Харикатху. Их слава распространяется по всему миру. What telling? Who is telling Harikatha? I am listening. Good, like Gurudev, like this. This is the Swami Maharaj. Like this Prabhupada, they are telling Harikatha, so this glory is going to go. Gurudev and Swami Maharaj gave Harikatha, именно поэтому и весь мир их знает сейчас. Yeah, you are upset, isn't it? Huh? Why? Some problem. So this is Sri Mada. Sri meaning is the, telling another meaning is Sri is the, this is the, okay, money. Sri meaning is the money. And if telling for Harikatha, you know, he also gave Sri meaning, gave the Aishwarya also gave, opulence also gave. Shri это сама богиня удачи изначально. Она дает и славу, и богатство, и все материальные блага. Человек, который дает Харикатху, к нему приходят все материальные блага. And Shri Matatatam, listening, Harikatha also our all material attachment. He is the cut our all material attachment. И Харикатха обрубает все наши материальные привязанности. And he is the telling, so Braj Gopi is telling, what is the great charity of this material world? The great charity is the, who is the Harikatha, this is the great charity of material world.
Поэтому кто является высшим благодетелем, тот, который дает Харикатху. Yeah. So, so this is the order of Shri Chaitanya Mahaprabhu. Jare dekha tare kaha Krishna upadesh. Hamar agyai guru haiya tare ides. When you look at anybody, you can telling the Harikatha tell this. And if this is my order, if you follow my order, yeah, I have become so pleased to you. И Махапрабху велел всем встречным рассказывать о Кришне, рассказывать Харикатху. Так мы доставим его высшее удовольствие. Хорошо. Витай Гаур Преманандэ, Хари, Хари, Гол. Anybody Гурдев, your disciple, Хари, Я? Если тут есть ученики Гурдева? Гурдев? Поклоны моему Дикше, Шикше Гуру, Кришне Падше, Шипад Бхактивиданте, Шридар Госвами Махараджу, все Гури Парампари, все Гури Ваги, Вашнаве, Вашнаве, гостям. Поклоны. Мои физические руки никогда не касались стоп Парам Гуру Дева. Я только мысленно, перед изображением, либо в глубине своего сердца, могу это делать ежедневно. Также я имею возможность читать нектарные книги Парам Гуру Дева. Его учитель Нитила Правишта Ом Вишнупача Шипад Бхакти Враджана Кешава Госвами Махараджа дал ему наставление для того, чтобы он переводил на хинди работы великих вайшнавов. Он всю жизнь посвятил этому. И как результат этой работы, это книги, которые выходили в свет на 50 языках мира. И до сих пор эти книги переводятся на большинство языков мира. Также благодаря ученикам Парам Гуру Дева, которые делали аудио и видео записи Харикатхи, я имею возможность погружаться в сердце, которое полно понимание глубины игр Шри Шри Рады и Кришны. И в этом сердце я нахожу спокойствие от страданий этого материального мира. И самое ценное, что мне досталось, это последователи, которые сейчас с нами, которые до сих пор по миру разносят славу Святого Имени. И когда Парам Гуру Дев ушел в вечные игры Шри Шри Рады и Кришны, многие ученики почувствовали себя как сирота. Но Парам Гуру Дев говорил: никогда не думай, что я когда-нибудь оставлю тебя. Никогда, никогда. И вот мы, помня об этих словах, можем видеть его на изображении в книгах через уста проповедников. Рядом с нами он сейчас находится, он всегда в наших сердцах. Ванчикал Патрубеши Крипа Симкупя Ваша Пачтану Павадэ Пирошна. Мои поклоны моему Дикше и Шикше Гуру, Нити Лила Правишна, Ваша Штипада Шитадара, Шаташа Шамапа, Тивиданта Марайна Кусайна. Всем собравшимся гостям, всем вам. Я, конечно, недостойная ученица своего Гурудева. Простите меня за мои ошибки, возможно, допущены. Но я думаю, что я могу сказать о моем Гурудеве. Я просто когда-то попросила просто себе истинного Гуру. Когда я не знала ни что такое бхакти-йога, вообще не знала ничего. И только соприкоснувшись со своим Гурудевом, я начала проникать и углубляться, изучать и понимать, что такое вообще йога и бхакти-йога. Я очень благодарна, что Гурудев именно поймал в свои сети у меня вот эту маленькую-маленькую глупую рыбку. И каждый раз, изучая, читая о своем Гурудеве, даже сейчас я открываю все новые и новые качества, новые возможности, славу своего Гурудева, которую я до этого не знала. Мне очень было
открытие для меня было, когда на горе, в Шримад Бхагаватам был первый приезд, рассказывала о славе Гурудева, насколько именно его был вклад в наше движение, в развитие его. Потому что во Вриндаване к тому времени, как бы, что такое... Что такое вайшнавы, практически, ну, плохо знали. Какие-то группки из Навадвипа Дхамы, бенгальских преданных, что-то ходили, что-то пели, что-то было непонятно. И проповеди на хинди не было в то время. Это Матхура, Вриндавана, все это. И когда появился в нашей линии наш Гурудев, наставление от своего Гурудева он получил именно проповедовать на хинди. И он начал именно проповедь и развил это так широко, что славу Гурудева знают не только стало во Вриндаване, в Матхуре, это стало широко развиваться во всей Индии, наше движение. И потом, конечно, развелось по всему миру. И когда тоже меня еще читала, когда столь возвышенный вайшнав приходит в этот мир, чтобы очищать его, чтобы освобождать наш мир от всех жив этого мира, что это утро вайшнав, он должен спуститься до уровня мадхи вайшнав, чтобы именно иметь возможность проповедовать, потому что столь возвышенный вайшнав, он просто находится в своем сознании всегда в духовном мире. И он спустился до нас, к нам, чтобы нам вот дарить свою катху, все свои знания. И то, что он давал, какие открытия делал для всего мира, это только мог такой решительный, смелый, как наш Гурудев, потому что его многие ругали за то, что он раскрывал, давал ту катху, лилах с гопи, а Радхарани столь возвышенную катху просто было даже запрещено говорить кому бы то ни было. И только наш Гурудев мог давать такую проповедь, раскрывать для нас такие сокровенные тайны, которые мы до сих пор с каждым днем открываем, открываем, по крайней мере, для себя открываем каждый день своего Гурудева. Спасибо. Гурудев. Прежде всего, предлагаю свои поклоны моему духовному учителю. На тело пробить, что он вечно упадал, что ты решат ощущение, тебе дам Тинараги, Госвами Махараджу, всей моей Гуру Варги, всем старшим. Вайшнавам, которые являются для наших учителями, в частности, мои поклоны воспитателю тоже, Дару Махараджу, который дарит возможность послужить часто. Без этой возможности послужить у нас вообще нет никакой надежды. Достигнуть того, чего мы хотим. Очень сложно, конечно, говорить о вайшнавах, потому что мы слепые и глупые. Очень сложно прославлять Писание, потому что мы слепые и глупые, и тем более прославлять Верховного Господа по той же самой причине. Гурудев всегда объяснял, мы, обусловленная душа, никогда не может проникнуть в суть Писаний сама. Для этого нужен великий вайшнав, Махабхагавата вайшнав. В шастрах говорится: «Наем атма правачане на лабеу, на медгая, на баху на шрутена, тасям ива атма вивернутете на лабяс, тасям ива атма вивернутете на лабяс, тасям иша атма
Говернадетана Свам. Шастры говорят, можно слушать Харикатху всю жизнь, и ты так и не поймешь истину. Можно рассказывать Харикатху всю жизнь, и ты никогда не поймешь истину. Можно делать самые разные аскезы, можно делать все, что предписано шастрами, и ты все равно никогда не поймешь истину. Грустно будет, когда ты отдаешь всю свою жизнь, а в конце так и не понимаешь самого фундаментального. Нам вначале кажется, мы автоматически уже там. Шрила Гурудев всегда объяснял, недостаточно распространять книги, недостаточно читать 16 кругов машинально для того, чтобы туда попасть. Недостаточно ничего делать машинально, недостаточно следовать всем шаблонам, которые даются в шастрах. В шастрах очень много наставлений, и у нас у каждого есть свое представление о том, что нужно делать, шаблонное представление. Если мы посмотрим на наших учителей сегодня, завтра, точнее, день явления Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады, он действовал вообще не шаблонно. Он получает саньясу от изображения Гауры Кишоры Дасы Бабаджи Махараджа. Такого вообще в писаниях не было упомянуто никогда. Насколько это авторитетно? Что мы можем судить об этом обусловленной душе? Наш Гурудев начинает говорить такое, о чем все остальные помалкивали. Боялись, потому что шастра запрещает об этом говорить. Насколько авторитетно Гурудев это делал, что может судить об этом обусловленная душа? Только если сам Господь проливает свою милость, тогда мы можем понять абсолютную истину. И тогда мы можем делать шаги к духовной жизни. Все опирается на то, чтобы удовлетворить Господа в сердце своем. Это не внешний процесс, это процесс внутренний. Можно сколько угодно и как угодно поступать внешне, шаблонно, и ты никогда не продвинешься. Можно быть 20 лет в сознании Кришны. Можно быть и 30 лет в сознании Кришны. Можно всю жизнь быть в сознании Кришны, у тебя нет веры в шастры. У тебя после этого, после того, когда ты все всему следуешь, у тебя может не появиться вера в шастры. И ты можешь легко совершать любой грех. А ведь ты 20-30 лет считал себя преданным. И мы ведь тоже в такой же всей ситуации. Мы получили посвящение, нам всегда говорят, билет нам дали. Но это не значит, что ты там автоматически сразу появился. Для того же с этим билетом ведь теперь нужно воспользоваться. Шрила Гурудев говорит, нам очень повезло, что мы просто слышали о Рагхунат Дас Госвами. Но без того, чтобы мы станем когда-нибудь, как Рагхунат Дас Госвами, Рупа Госвами, мы так туда и не попадем никуда. Недостаточно просто выполнять внешне, слушать. Недостаточно того, чтобы говорить внешне Харикатху. И недостаточно того, чтобы делать любые другие оставления. Не попадешь ты туда автоматически. Это слишком высокая вещь. Даже чтобы обрести веру в шастры, это очень высокая вещь. Человек, который совершает, повторяет имя без оскорблений, даже еще это не, может быть не совсем чистое святое имя, у него никогда не появится желание грешить больше, потому что он получает освобождение. Мы все, например, можем считать себя великими преданными, говорить на Раса Лила Катху, но при этом мы легко можем совершать разные грешки, потому что мы не верим о том, что карма. Или нам говорят, повторяй святое имя, Ямарадж тебя больше никогда не тронет. Автоматически.
Шриджива Госвами Пад Бхакти Сандарбхе пишет. Он говорит, как только человек начинает считать, что я могу делать все, что угодно, потому что я преданный. Я могу делать все, что угодно, потому что я повторяю святое имя. Это самое высшее оскорбление. Ему туда вход закрывается. Мы все такие. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада в своих комментариях пишет. Обычно мы как, вчера вот одна девушка задала вопрос. Она говорит, я слышала, что тут среди нас есть демоны, и среди нас есть божественные личности. И Махарадж так очень утрированно, очень обобщенно ей ответил. Говорит, ну, божественные личности — это те, которые поклоняются Кришне. А демоны — это те, которые ему не поклоняются. Что такое демоны? Демоны — это которые в карму не верят. Демоны — это которые думают, вот это моя жизнь, я вот это тело. Вот это обозначает демон. Помните, Индра и Верочина пришли к Брахме за тем, чтобы понять, что такое атма-гьяна? И Верочин, царь демонов, он объяснил, из-за чего они и являются демонами. Нужно просто жить и удовлетворять это тело. Я — это тело. Вот это и значит, что я демон. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада, он очень деликатно пишет в своих комментариях. Он говорит, не нужно говорить демонам, что они демоны. Нужно просто всех задействовать в воспевание святого имени. Даже не нужно задумываться и дискриминировать, кто демон, а кто божественная личность. Кали-йога все оттуда. Мы все живем в телесной концепции. Не нужно ошибаться, думать, что мы божественные личности. Опыт показывает, практика показывает. Любой экзамен, любое испытание показывает, какая у нас природа. И внешней деятельности тут не поможет, чтобы изменить эту природу. Что же поможет? Следование учителю. Полное предание ему. Когда ты внутренне начнешь ему следовать. Когда ты говоришь «Тадвитхи пранипатина парипрашина севая», или мы берем соку тринада пису ничина, мы никогда не поймем смысл этих слов. Без этого следования. Хануман что, он не тринада писуничина был, когда сжигал женщин и детей на Шри-Ланке? Еще какой тринада писуничина? Что такое настоящий тринада писуничина? Что такое ненастоящий тринада писуничина? Это вещи нематериальные. А у нас сейчас только материальный рассудок. Мы вообще не представляем, что находится за этими словами. За словами гуру. Можно 20-30 всю жизнь находиться в сознании Кришны, и ты при этом настоящего шага так и не сделаешь вперед. Что же? Автоматически, да? Нет, следующий, так пока не сделаешь. Пока не сделаешь. Время поджимает, оно не бесконечно. И даже несколько жизней — это очень ограниченное. Кришна говорит Бхагавад-гите. Кришна говорит Бхагавад-гите, что никогда нас не было. Тысячи жизней, проведенных знаний, приведут Кришна. Автоматически? Постепенно. Когда в Писании даются все наставления, Шрила Бхактивинода Тхакур, только вайшнавы могут объяснить. Они говорят, это как все наставления в Писаниях, это как луна среди вот этих двух ведок. Это будет примерно указывать направление. Из этого будет недостаточно, чтобы понять о том, как нужно правильно сделать и что нужно правильно сделать. У нас только одна единственная возможность, если мы действительно в сердце своем примем вайшнава,
вайшнавов как своих спасителей в сердце своем. Если мы в своем сердце будем действительно служить, начнем служить святому имени, не как-нибудь там внешне свои 16 кругов читать, а действительно в сердце своем. И только вот на эти жалкие попытки, когда мы будем их делать, вот только тогда действительно можно превратиться из демона вельюжного сначала в человека, уподобиться пандавам. И потом уже можно будет стать вечными слугами Кришны и говорить о тех возвышенных темах. Шрила Шримати Умадиди всегда говорит, недостаточно просто говорить «я гопи, 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 гопи». Нужно, чтобы понять гопи, нужно стать гопи, гопи. Для того, чтобы оставить целомудрие, нужно сначала его иметь. Что ты можешь там оставить? Чтобы оставить гьяну, знание, нужно сначала его обрести. Дальше что это за жертва будет? У нас все очень-очень теоретическое. У меня все очень-очень теоретическое. Я не хочу никого обвинять. Мы все получаем наши последствия нашей кармической деятельности. Все мои страдания обусловлены на карме. Но не нужно действительно никого при этом обвинять. Нужно просто продолжать служить и каждому выполнять свой долг по своим обязанностям. Мы даже не можем понять, что такое наши обязанности. Я много не смогу говорить о Шриле Гурудеве, о Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Прабхупаде. Но мне кажется, вот это вот тоже очень важно и актуально для всех нас. И это то именно, как я воспринимаю учение Шрила Гурудева. Анчакал Патарупящая Крипа Синь Гудева Чапати Тама Паване Пио Вайшна Вейпио Намона Маган. Потому что получилось улизнуть. Знаете, Махарадж сначала меня спросил, ты говоришь, Амал будешь говорить? Я говорю, я вчера уже сказал. Я пошутил. Он говорит, ну ладно. Прокатило. Нет, не прокатило. Вайшнав сложно обмануть. Вообще. Да, потом я сижу, думаю, может, я обманул. Ну вот, сейчас. Гурудев, он родился в Тиварипуре. И когда рождается такая личность, то все получают огромное-огромное благо. Весь мир получает благо. В шастрах сказано «Нахьямаяни тиртани, надевамбр дешаламая, тепунанти урукарен даршина дхева садхава». Возможно очиститься, если мы будем омываться в святых реках, посещать тирки, совершать определенные паломничества и так далее. Да, это возможно. То есть люди, они собираются, мы знаем, год назад была Кумхамела, и там собиралось много-много миллионов людей, порядка 50 миллионов. То есть это самый гигантский религиозный фестиваль. И они все омывались в водах Ганги, истекание трех рек. И все они, у них всех была цель очиститься, получить благо, духовное совершенство и так далее. Вот. Но говорится, что это все помогает, но это со временем. Нужно очень долго-долго совершать такую садхану, умываться в этих реках и так далее. Это все постепенно-постепенно. Но тот, кто получает даршан садху, тот очищается мгновенно. Поэтому, когда Гурудев родился, то весь мир получил благо, вся Вселенная. И поэтому мы сейчас ездим в эти места, осыпаем свою голову пылью с этих мест. И Гурудев, когда приехал к нам на первом фестивале, он сказал, скажите, Кришна, он абсолютно духовен, он трансцендентен, а мы совершенно материальны, мы совершенно обусловлены, как же мы можем служить Кришне? Вот. И тогда все задумались, и Гурудев сказал, что мы сможем служить Кришне только через Гуру.
Потому что у нас нет такой квалификации, мы полностью обусловлены. И в шастрах подтверждается, сам Кришна говорит, что Ачарья мам бджаньят нава манеты кахичит намартия садишутам дася сарвадева майогуро. Он говорит, что Ачарья – это я сам являюсь Ачарьей. Вот. И не стоит думать, что это обычный человек, никогда не критикую его, не думаю, что он простой смертный. И Ачарь является представителем всех полубогов. То есть мы видим, что, как уже было сказано ранее, что Кришна, он приходит в этот мир для того, чтобы мы могли служить ему через Ачарья. Он говорит, что я сам являюсь Ачарьей. То есть существует два вида Бхагавана, Ашрая Бхагаван и Вишая. Ашрая – это тот, кто принимает служение, вернее, дает служение, а Вишая – тот, кто принимает. Так вот, Гурудев, он является Ашрая Бхагаваном. И там говорится, что не стоит думать, что это обычный смертный человек. В другом стихе объясняется, если мы думаем, что духовный учитель – это обычный человек, то вся наша практика – это похожее купание слона. То есть слон каким образом купается? Слон, когда омывается в каком-то водоеме, он выходит на сушу, набирает пыли в хобот и осыпает себя заново. То есть это, ну, с материальной точки зрения, какая-то бесполезная деятельность. Только что омылся и сразу же осыпал себя грязью. И человек, который занимается преданным служением, занимается практикой, практикует и думает, что его духовный учитель – это обычный мирской человек, то его практика, его баджан сравнивается как раз-таки с купанием слона. Далее, Кришна говорит, что Ачарья, учитель, он является проявлением всех полубогов. В книге Махапрабху, кажется, да, Махапрабху, Верховный Бхагаван, Верховная Личность Бога, там объясняется эта шлока, насколько я помню, что это оттуда. Там было сказано, Гурудев комментирует, что есть три главных Бога, полубога, это Махеш, то есть Шанкара, потом Вишну и Брахма. Вот. И учитель, он так же, как и Брахма, он создает, то есть вкладывает в нас это Бхактилата Бич, как было уже сказано также. То есть он является источником зарождения. Вот. Так же, как Вишну, Вишну поддерживает всю Вселенную, и также Гуру, он поддерживает нас. То есть дает нам шикшу и так далее, обучает нас. Вот. И так же, как Махешвара, то есть так же, как Шива, он разрушает все наши анархии. И как же, также в Писаниях сказано, что Гурава Бхагавашанти Шиша Вита Пахарака, Дурлаба Садгурум Деви Шиша Санта Пахарака. Если мы посмотрим, сейчас в наше время так много духовных учителей. Все ли учителя, они являются именно проявлением Господа? Все ли учителя, они являются не отличным ачарьями? Вот. И Махешвара, то есть Шива, он отвечает этим стихом Парвати, он говорит, что существует очень много духовных учителей, различных духовных учителей, но большинство, практически все, они используют своих учеников ради для своего блага, ради каких-то своих целей. Но, говорит, очень редок Дурлаба Садгурум Деви, Садгуру очень редок, который сможет освободить обусловленную душу из круговорота рождения и смерти. Тот, кто избавляет все страдания своего ученика, тот настоящий садгуру. Также мы знаем, что подробно в шастрах есть подробное описание всех качеств, как это
там Тасмадгурум пропаде и так далее. Не будем сейчас вдаваться в это. Также было сказано, что каким образом мы будем, нам нужно общаться с духовным учителем, то есть как нам нужно служить. Вот. И в заключение я бы хотел процитировать очень красивый стих, который говорит, звучит так, таким образом: Набдейхам Адхиам Сулабам Судурлбам Плавам Сукалпам Гуру Карнадхарам Маяну Кулен Набас Ватеритам Уман Бавабдим Натареца Атмага. И говорится, что наше тело – это крепкий корабль, с помощью которого можно пересечь этот океан рождения и смерти. Гуру является капитаном этого корабля. Вот. Невозможно пересечь океан без капитана, без человека, который знает свое дело. Вот. Невозможно также пересечь океан, как говорится, держась за хвост собаки или просто на какой-то маленькой лодке. Вот. Для этого нужен большой корабль, большой плавам сукалпам. Здесь говорится, что это очень сильный, крепкий корабль. И гуру является очень опытным капитаном. Вот. А попутный ветер является милость Бхагавана в форме саду санги, в форме харикатхи и его наставлений. И таким образом говорится, что тот, кто имеет такую возможность, тот, кто имеет все эти вещи, то у кого есть человеческое рождение, у кого есть садгуру, вот, и саду санга, и такой человек, если он не пользуется всеми этими благами, у него есть вот этот корабль, есть капитан, но он не пересекает этот океан рождения, смерти, то такой человек, он натареца атмага, то есть убийца собственной души. Поэтому давайте будем следовать тому редкому дару, который принес наш Гурудев. То чистое учение, которое он распространил по всему миру. И тогда наша жизнь увенчается успехом. Ванча Калпатрубища, Припасим Дубея Бача, Патитана Павана Пева, Вишна Павана. Блэзи Гурдеев Ки! You want to speak something? You? Извините, пожалуйста, на поклоны. Прежде всего, я даю мои данного пранаму, моему возлюбленному Гурдееву, мы тебе управишься, что так же, как еще мог от тебя, на Гасаме Павановича, всем собравшимся, вечным, таким, как любили. За последнее время мы видим, например, в прошлом году преданные говорили одно про Гурудева, в этом году совершенно другое. И это явно говорит о том, что Гурудев всегда пребывает с нами, он никуда не уходит. И сейчас вся работа, которая у нас проходит, она проходит теперь не внешне, она проходит внутренне. Каждый растет. Те, кто действительно предан нашему Гурудеву, у кого есть взаимоотношения с Гурудевом, эта работа продолжается дальше больше и шире. И по обеспеченной милости Гурудева мы сейчас все здесь собрались. И по милости всей Гуру Парампары все равно новые люди будут приходить и приходить. И милость Шилы Гурудева и всей Гуру Парампары, Читания Махапрабху, будет дальше продолжаться. И мы молимся у Тасмистоп Шилы Гурудева о том, чтобы Гурудев дал одно благословение для всех преданных. Он сказал, что я пришел за вами, я вас держу за руку, я вас заберу с собой. И поэтому молимся вот с ног стоп, чтобы Шри Гурудева, чтобы это рано или поздно произошло в нашей жизни, чтобы мы тоже были счастливы. Так же, как Рамана Госвами Махарадж встретил нашего Шри Гурудева на станции впервые, и перед самым-самым уходом Шри Гурудева сказал, что мой возлюбленный, дорогой брат Рамана Госвами Махарадж, он зовет меня, и перед самым уходом он действительно пришел, и мы ушли вместе. Также мы надеемся, что когда мы встретили Шилу Гурудева, также он нас в конце нашего пути, в материальной жизни, нас заберет и заберет себе. Vaishnavas glories it whole day can do, he cannot finish it with the glories of his Gurudev and Vaishnavas. So Vaishnavas telling like this, if this whole earth became one paper, and this is oceans, all water make the ink, all stick make the pen, then you cannot finish the doing glories of Guru Bhargava glories. Слава Шрила Гурудева нескончаема, и можно без конца прославлять его. Даже если
в качестве чернил у нас будет океан, и даже если в качестве пера у нас будут все деревья, все равно невозможно полностью описать его славу. Yeah, so Gurudev, you know, see, Gurudev has so much, who is the pure devotee, his all activities is the one kind of idol, adarsha, you know, that's all activities. Gurudev, all activities, the very being, idol of this all devotees. Шрила Гурудев показал свой, его жизненный пример был идеалом для всех Гауди Вашнава. Yeah, so Gurudev, you know, she telling, Gurudev have so much knowledge of this Gurudev, telling, you know, some trees, when understand some trees, very good trees, when look some fruit, so scripture telling, phalena parichiyate, then understand some trees glories, when it becomes this fruit, like this Gurudev, one very nice, you know, he's a very nice tree, he has very nice fruit. So you can saw Gurudev disciple, like this here also Gurudev, so many disciples, you know. Their heart telling nice Harikatha they are telling. And Gurudev disciple, so many Gurudev disciple. Like this Bhakti, Srila Gurudev, you know, Gurudev come to like this now. You can look, this is the Navi Maharaj, you can look. And this is the tag, Padmana Maharaj, Srauti Maharaj, Sudhadevita Maharaj. He saw Asrava Maharaj, Muni Maharaj, you know, Madhava Maharaj, Tirath Maharaj, Ban Maharaj, and this is the Damodara Maharaj, Madhusudana Maharaj. He saw there's so many Gurudev disciples now. This whole world they are, you know, the whole world they are preaching, whole world. So you can saw how Gurudev is such a very nice tree, there comes such a very nice fruit. This whose fruit is the very, very sweet whole world, they are now preaching whole world now. Он говорит, любое дерево оценивается именно по его плодам. Если плоды действительно вкусные, то это дерево считается самым лучшим. Вот, говорит, посмотрите, какие замечательные плоды принесло это дерево. Вот вы здесь все вместе сидите, говорит, какие замечательные вкусные плоды. Вспомните о других плодах, таких, говорит, как Неми Махарадж, как Падманаб Махарадж, как Шроти Махарадж, как Вайканас Махараджи, как другие Махараджи, говорят, эти вайшнавы, они теперь проповедуют по всему миру. And you are also. I told you. Yeah. So his name is the, you know, his name is the Narayana Maharaj. Yeah? Narayana Maharaj. So, you know, this name, before you heard, this is Narayana, when he took birth, that time also astrologer, there gave them Narayana. And when coming to temple, that time also gave Gaurana Narayana. When Sannyasi, this Gurudev, Prakti Prajnana Kesava Goswami Maharaj, he also gave to name of Narayana Maharaj. Always his name is the Narayana, Narayana, Narayana. So why they are gave to Narayana, Narayana, Narayana Maharaj? Yeah? So they are telling, Nar meaning is the Ras. Yad meaning who is the abandonment of this whole Ras. Maybe you are everybody listening Gurudev Harikatha. This is not Harikatha. This is when telling Harikatha, the rasa is dripping this mouth. So, you know, so when one time listen to Harikatha to Gurudev, you know, then you cannot listen to not, you know, what listen to some another verse of Harikatha. This Harikatha is such a very nectarful Harikatha. And when you give Harikatha, some another disciple there came listen to this Harikatha. Вот посмотрите, Шрила Гурудев, когда родился, его тогда звали Нараяна, и когда он пришел к своему учителю, ему учитель дал тоже имя Гаура Нараяна. И когда саньяс он получил, тоже стал Нараяна. Это неспроста это имя, это очень важное имя, несет такой сокровенный смысл. Нараяна, что же это обозначает? Нара – это вся раса, Айна – это обитель всей расы, резервуар, в котором находится вся раса. То есть вспомните, какая сладостная была Харикатха у Гурудева. Казалось, будто эти капли нектара появляются у тебя во рту, когда ты слушаешь Харикатху Гурудева, то кажется, ты и сам пробуешь на вкус эту расу, о которой он говорил. Благодаря тому, что я рассказывала Шрила Гурудева.
when I am staying in Vrindavan, you know, some acharya, they are some afraid. Listen to this Harikatha. Why? When some acharya, they are so much afraid to Maharaj. Well, if one time listen to Narayan Maharaj Harikatha, then, you know, all disciples go to there, you know, listen to Harikatha. So I saw, you know, direct some acharya, some afraid, you know, then if Narayan, and this Hindi Harikatha, he's a very, very, you know, which is the Hindi Harikatha, very, very nice Harikatha. Once I am present some one assembly, there is so many acharya, their assembly gathering there, and their disciples gathering there, and I saw, there is, you know, when Maharaj telling Harikatha, he telling very nice Harikatha, and this Harikatha is some special Harikatha, he's telling the Braj, you know, this is Vrindavan Harikatha. This Braj Harikatha is telling very nice, glory to Krishna's, Gopis, Vrindavanas, this Harikatha. Mostly this Harikatha, some Braj Harikatha they have. Some. Braj Harikatha. Итак, множество, всем нравилось слушать Харикатху, и много вайшнавов из других Гаудиаматха приходило, чтобы послушать эту Харикатху. Так много приходило учеников и других гуру. И я, говорит, знаю во Вриндаване, что многие гуру даже поэтому побаивали Шрила Гурудева, потому что они боялись, если ученики пойдут послушать Нараяна Госвами Махараджа, то они там и останутся. Я, говорит, знаю, я, говорит, видел это. Почему же у гуру была такая боязненность? Почему? Потому что Шрила Гуру действительно очень сладостно давал Харикатху. Его Харикатха всегда была обладала сладостью Браджа Расы. And this Harikatha, so is the name is the Narayan, and Nar meaning is the human being. Ayan meaning is the shelter. You know, Lord's one name is Narayan. Why? He is the shelter of whole Jiva. You can look, this is our Maharaj also. He also this name became too successful. He also gave to shelter to everybody. He cannot consider to he is his disciple. He cannot consider this thing. So, like this telling one, our Gurudev, you know, saw some symptom, one Mahabhagavata symptom. The Mahabhagavata symptom. And this is Bhagavad Gita telling, Vasudhaiva Kutumbakam. Whole world is thinking, this is my own family. This is my family, this is thinking. And he is the all, you know, all Jiva, he is the my Jiva. All Jiva is the belongs to Lord, and we are one family. You can saw, this is the Mahabhagavata symptom of our Gurudev Mahabhagavata. He cannot consider his disciple. He thinks, no, if anybody came to Gurudev, then Gurudev gave to shelter. The Gurudev gave to shelter. So you can saw, so another disciple, like this is the Bhaktivedanta Swami Maharaj disciple, Gauru Govinda Maharaj disciple, Bhakti Brahma, Puri Goswami Maharaj disciple, Bhakti Janardhana Goswami Maharaj disciple, and when come anybody Gurudev, everybody gave to shelter this lotus feet. Другое значение Нараяна обозначает Нара, это живое существо. Живое существо. Айна – это прибежище, спасение для каждого живого существа Нараяна. И так, это уникальное качество можно было видеть у Шрилы Гурудева. Он действительно относился к каждому с любовью. Он действительно не разделял людей на те или иные группы, на те или иные общества, на те или иные матхи. Он к каждому относился с любовью. Это настоящее качество, это качество настоящего уттама Махабхагавата Вайшнава, который смотрит на весь мир и считает его своей семьей, для которого нет плохих и хороших, для него хорошие все. Вот это и есть качество настоящего уттама Бхагавата Вайшнава. И именно поэтому к нему приходили и находили любовь ученики и Бхактивиданта Свами Махараджа, и Гаур Говинда Махараджа, и Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа, и других гуру. Други? Гуру. Други гуру не хотели? Ады гурус. А? Ады гурус. Други. So, this is the
So she is the take shelter of Gurudev. And Narayan meaning another meaning, the Nar meaning the Gyan. Ayana meaning the shelter, the embodiment. Our Gurudev is the, you know, he is the full of knowledge. He has so much full of knowledge. Like the example, like the one touch stone. When came touch stone, some come iron, he became gold. So who is the came to Gurudev? Everybody became one gold Gurudev, like one gold. Who came to Gurudev? Touch to Gurudev there. Now, you know, Gurudev, if somebody only come to Gurudev, only listen to Harikatha, not doing anything, only listen to Harikatha, yeah, then one day they became big lecturer and big Vaishnavas, and they are nice Vaishnava they are. Другое значение Нараяна. Нара – это знание, и Айна – источник или обитель всего знания. Действительно, это тоже было раскрыто у Гурудева. Это качество в полной мере было раскрыто у Гурудева. Он действительно обладал всем знанием. Он действительно обладал, он знал всю, то есть, другими словами, он знал действительно суть всего знания. И поэтому и он сам давал удивительную харикатху, рассеивая любые сомнения, отвечая на любые вопросы человека, и также тех, кого он воспитывал, он способен был передавать это знание. Yes. So his name is the Narayana. This is the Narayana. Another meaning is the he's the very merciful person. Very merciful. You know, she is such a very merciful. I saw if so many offense in the lotus feet, you know, deep. But if one time coming and you tell him, Hari, Gurudev, forgive me, Vaishnav, forgive me, I did kind of offense. I saw then this heart became melted, this heart. Always he have forgiveness, always he gave forgiveness. And he is the such a very merciful, he, you know, this heart is a very big heart, very small. So I saw, if somebody, if somebody want to listen some Harikatha or learning some Harikatha, then they are afraid. Maybe they are making more than my superior. Then it is, maybe one day more than glory is going. Then so much jealous somebody heart. But Gurudev, I saw Gurudev heart, big heart. If somebody interest to listen to Harikatha and telling Harikatha, I saw Gurudev, so much gave love affection to him. So much love affection Gurudev gave. So came to Gurudev, who is the came to Gurudev? Why? So many lectures this is the Gurudev. Why? He gave so much enthusiasm to everybody. Gave so much enthusiasm. Everybody learning Harikatha. So now I saw this Gurudev society, so many good Vaishnavas, they are whole world, they are preaching. Narayana обозначает очень милости, обитель всей милости. Действительно, и это было самой важной чертой Шрила Гурудева, о том, что он был поистине самой милостивой личностью. Даже когда человек по отношению к нему очень плохо поступал, Шрила Гурудев всегда прощал. Если этот человек приходил и раскаивался в своем проступке, не было такого, чтобы Гурудев его не прощал. Сердце Гурудева всегда таяло, и он все прощал, все забывал этому человеку. Почему? Потому что он обитель этой милости. Именно... When somebody learned Harikatha, Gurudev was so much enthusiastic with them. И когда на другое качество, когда Шрила Гурудев именно из милости, его намерением воспитывать людей было как раз именно милосердие. Если, например, тобой движет милосердие, то ты всем сердцем стремишься передать все знание человеку. Там не будет и тени зависти или каких-то других желаний, когда ты видишь, как человек, высоко человек поднимается при этом. Yeah. So, Gurudev, no, Gurudev is the so-so. And if he, who is the Gurudev God brother, no? Very God brother, who is the, some senior God brother. There also I saw, they are thinking, oh, Maharaj is our Sikha Gurudev. Why he that this heart is very big heart? He is a big heart here, you know, very, not any small heart, the big heart. When he saw this,
with a senior god brother also they are learning Harikatha to Sri Maharaj. Sometimes very difficult to give to, you can give respect to your Gurudev. Very difficult to give to respect your god brother. Very difficult. So, but I saw who is the god brother of Gurudev, they are doing Sashtang Pranam to Gurudev. Sashtang, and they are telling, think of Narayana Maharaj is our Sita Gurudev. Why? This heart is a big heart. This is the Gurudev heart. И качества Шива Гурудева настолько были явственны, настолько были очевидны настоящие качества самого возвышенного Вайшнава, что даже его духовные братья принимали его естественным образом своим Шикша Гуру. Это становилось настолько очевидно. И very difficult to give respect to. Очень сложно. Можно легко оказывать почтение, например, своему гуру. Можно легко оказывать почтение старшему вайшнаву. Но оказывать почтение духовным братьям, которые грешат всеми несовершенствами, которые есть у тебя, это очень и очень сложно. А у Шрилы Гурудева все видели его возвышенные качества, его большое сердце, его необъятное сердце. И поэтому все, естественно, принимали его в качестве своего шикшагуру. Yeah. And Gurudev, when present that time, there are three places. One is the Jagannath Puri, one is the Navadip, one is the Vrindavan. There are three dham, is the main prominent dham. You know, these three dham, oh, everybody knows, oh, Narayana Maharaj. Oh, he's a very good Vaishnava. Very high class of Vaishnavas, Narayana Maharaj. So if somebody telling, who is your Gurudev? Well, my Gurudev is Bhaktivinoda Narayana. Well, Narayana Maharaj disciple. You are Narayana Maharaj disciple. Oh, he's a very good Vaishnava. You are take shelter of such a very great personality. You know, they are well, listening only Narayana Maharaj disciple. They are, this head is the bow down. Yeah, Gurudev was знаменит во всех трех дхамах. Во Вриндавана Дхаме, в Навадвипа Дхаме и в Пури Дхаме. Это самые три высшие дхамы, и вайшнавы этих дхам все превозносили Шрилу Гурудева. Когда они бы не слышали его имя, они чувствовали большое уважение. И если, например, кто-то из его учеников представится, скажет, что он ученик Шрилы Гурудева, то обязательно он слышит: «О, ты ученик уважаемого Шрилы Нараяна Госвами Махараджа». Они все просто преклоняли голову: «Как ведь тебе повезло, что твой гуру такая возвышенная личность». So who is the they are came to the Maharaj, you know, take shelter, you are three, you are very very good person, you are very very lucky person, you can do that. Поэтому говорят: будьте уверены, что все те, кто пришли к Шрилу Гурудеву, вы очень-очень хорошие люди, вы очень-очень удачливые люди. This world can serve to somebody. Maybe somebody knows some Siddhanta, you know, only some Soman Siddhanta. And sometimes only somebody, only Ras. But Gurudev, you can serve, they are same time, you have Rasik also and Siddhanta also. Like this, Rasik Vaishnava telling Vishwanathaka Thakur and Siddhanta Jeeva Goswami. You can think Gurudev, you know, Jeeva Goswami and Vishwanathaka Thakur, that together connected at like the one form of our Gurudev. Удивительное качество Гурудева заключалось в том, что он объединял в себе все знания с точки зрения философии и сиддханты, и с точки зрения всей расы. Вот, например, наша ачарья в сиддханте, всей нашей сиддханте является Шрила Джива Госвами. Нет ему равных. Он именно в сиддханте является этим ачарья. Если мы говорим о расе, то этим основоположником, этим ачарьем, главным ачарьем, ведущим ачарьем является Вишванат Чакраварти Таку. Yes. Если мы же посмотрим на Шрилу Гурудева, то он объединяет в себе и качество Шридживы Госвами. Он абсолют, именно он способный переводить комментарии Шридживы Госвами, единственный до сегодняшнего дня. И он объединяет в себе качество Вишванат Чакраварти Таку, потому что именно он и способен понять Вишванат Чакраварти Таку и переводить его комментарии. Таким образом, у Шрилы Гурудева так много славных качеств. Бхакти Бхактиведанта Шрила Нараяна Госвами Махарадж ки! Нитай Гаур Премананде Хари Хари Бол!
Actual evening time, we try listening to Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada past time. Tomorrow he appears. Typically, tomorrow even holiday. Today evening time you can listening Gurudev Prabhupada Katha. Завтра день явления Шилы Бхакти Сиддханта Сарасвати Прабхупады, но мы будем праздновать сегодня вечером. Этот замечательный праздник. Завтра у нас день отдыха. And they also listening some Гирирадж Гавардхан. И сегодня также вечером будем слушать о славе Гирирадж Гавардхан. Шила Прабхупада ки! Джай! Шила Гирирадж Махарадж ки! Джай! Итай Гору Брахманан Джай Хари Гори Гору. Yeah.
Шримад Бхагаватам Махарадж.